Всем привет! Следующее видео на любимой теперь ЛТшке 10 уровня. То есть раньше это был 100 ЛТ, но после того, как я выкачал этот танк, я его полюбил. Хотя считал его слабым танком и неинтересным, пока не выкачал. Подкупает его пушка. То есть очень точная. А, тут в ангаре постоянно стихи. И я спросил, можно ли стих поход отключить. Если в настройках, я потом полазил, честно говоря, не нашел. Ну, наверное, где. Не знаю где. Так, ну что. ТСТЛТ поехал направо, я решил поехать налево. Ну, это танк еще прикол, его заносит постоянно. На всякий случай подождал. Прострелов не видно. Нету прострелов, нету нигде прострелов. Минус 100 ЛТ у них. Очень хорошо бабаха дала. О, так, есть. Хэвика засветили. И сразу. А, нет, получил кто-то другой. О, коришку засветил. Задание высосветилось. Хотела меня пострелять. А наоборот, получил. Подзасветил я его. Тут я уже наглею. Декора еще живая. ТСТЛТ он парится, 62-ка. О, ТВП-шечку я нахожу. И ТВП-шечка начинает получать потихоньку. Я здесь либо минут могу засветиться, поэтому. Ну вот. Все пистоны света. Хэвик. Тут надо помогать. Четвертого выковыривать отсюда. Понятно, что я сюда свечусь, и там уже выкидывать и 62-ка, и мантикора, и ТВП. Поэтому надо как-то аккуратно отсветиться. О, у меня тут 7 секунд. Перезарядка, не помню. О, концепта засветил. Сразу он получает. Так, что я могу тут поясу четвертому дать? Могу. А, ТВП уже приехала, хитрая такое, а? Незаметно приехала. Там какой круг дал по красной линии. Я чуть не умираю здесь от ТВП. Убили. А из четвертого никак выковырять не могут до сих пор. Это просто в шоке. Такая толпа танков могут из четвертого убить. Хари забирает концепта. Аккуратно, уже ко мне сейчас, конечно, если ТВП на меня выезжает, он меня забирает. О, наконец-то забирают. 54-го, ой, 62-ка. Мне ее что-то не видно. Вот он попытался по мне кинуть. Да, это он кидает. Да, это не я уже свечу, надо светить. Надо сказать, ТВП уехал, это хорошо. Но мантикора еще. А нет, там еще одна ТВП. Стрелов нет, там наш стрел, но я не попал. Шестьдесят двойка забираешь у одного еписа и получается мы сейчас еще стрелка. Ой-ой-ой, это ошибка. Вот это ошибка, конечно, риноцеронка была. И мы начинаем проигрывать. 5-5. Они выравнивают, и мы уже по хп проигрываем. Я не попадаю хваленой пушкой. Ой-ой-ой, по мне кидает ТВП, я вовремя уезжаю за дом, чтобы не получить еще, и он сразу уезжает. И вот я уже шот. И понимаю, что все. Мне здесь
О, и опять меня светит мантикора. Надо уезжать, надо жить. Делаем вид, что едем направо, разворачиваемся. Едем в другую сторону. Я понимаю, что надо помогать лесу, у нас там не осталось ЛТшек. Но ехать надо аккуратно. Потому что мантикора может приехать на F7, F8, оттуда светить. А я шотный, поэтому надо аккуратно. По красной линии. Почти низинками. Пока ничего особенного. 3500 на света и 900 урона. Арта кидает что-то там по объекту. Тут решил пока постоять. Мантикора убивает дроп 4, я понимаю, что скорее всего она вот там вот в лесу. Нужно начинать писать гадости на ЛТ, хотя там 2 ЛТ у нас просто, вернее ЛТ и кто там, о вот 260, да, ЛТ у нас было справа, он умер, я еще как-то живу. Смысл мне сейчас поджиматься и умирать. О, мантикора поехала, я понимаю, что... Это хорошо, лес она теперь не просвечивает, нашим будет легче лес защищать. Ну, а скоро Лига Чемпионов надо будет смотреть. О, арта накидывает. ТТВП до сих пор живое. Информации мало. Мало информации. Да, у нас ТТ на фугасах стреляют. А виновата ЛТ. Только не помню какой. То ли конь был на фугасах. Попадаю. Там же ДЗ. Мне сейчас тоже как ПТшка, шотный, картонный, 62-ечка, нету прострела. Но тяжики наши пошли поджиматься, вот это было очень правильное решение. ПТшка фуловая была. Нет, не зря мы тут постояли. У них еще и бабаха, и гриль фуловые, и концепт живой, и хари бронированный, но шотный, правда, мантикора с двумя фрагами, то есть очень тяжело, плюс 700. У нас слева эта бригада стоит, ну, без толку, потому что тоже я не могу светить. Я сразу сдохну. Поэтому как бы КС-ка там что-то пытается подсвечивать. Так, вот, Леон уже поехал. Это хорошо. Переместился. Время позволяет, 6 минут, еще с половиной до конца боя. Вот, дробь 5 уже перемещается. Я не знаю, где мантикора, я не знаю, где концепт. Вот, это конь на фугасах стреляет по 260, по 77 урона наносит. Или конь, или ВЗ, кто-то из них. Ага, концепт я увидел, что вдалеке. Все, я понимаю, что надо ехать. Да, времени просто уже не так уж много, хоть и достаточно, но концепт засветился дальше, значит, он отошел.
То есть единственное, кто здесь может быть, это мантикора. И вот она мантикора. Я засветился, хорошо засветился в яму. Вот, правильно я стоял, потому что мантикора меня засветила. Но теперь уже у меня руки развязаны. Да, добивает 60-го, которого ковырял фугасами. Поняли ВЗ, я так и не понял. По-моему, поняли. О, концепт. Эх. Вот он ушел вниз, это хорошо. Убивает. Ну тут я пытаюсь что-то высветить кого-то, но, к сожалению, не получается. И концепт добирает коня. Четыре минуты, интрига. Вот он гриль. Но я не стреляю, я засвечусь, сдохну. И никто не стреляет. Арта не попадает, к сожалению. О, наконец-то. А там ТВП-ха добирает. А нет, гриль забирает. А теперь забирает ТВП. Так, уже легче. Остался Харит. Вон он, шот. Я бабаху свечу, причем вот она, рядом, я не стреляю из-за этого. Можно пострелять. Уже двойные кусты, выполняю какую-то ПЗ. А, это не я его убью. Прикол. Сейчас можно ходить забрать. Ага, а концепт уже справа. Даем урон. Вот уже 7000 на света у меня. 2300 урона. Так, я понимаю, что надо его ехать ловить. Это, кстати, дробь 5, я потом посмотрел, что-то он вообще ничего не сделал в бою. Ездил, катался, там он вообще там 44%, по-моему, что такое. Я шотный, концепт стреляет точно, поэтому тут надо аккуратненько. У нас фуловая, ну как фуловая, не шотная. А вон и концепт уже справа. Ехать. Попадаю опять, к сожалению. Попал. Но наши захватили базу. Вот, в принципе, 2600. И был еще блайнд, по-моему. В общем, 10 000 суммарки. 7к на света. Всем спасибо.